извините, конечно. Но от вас запах алкоголя исходит. А, может, да. Сейчас не изымается, как хорошо. Да, 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 это красота вообще. Принесли протокол? Да, точно. Начинать заполнять, я вам сейчас документы покажу. Да, 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 да. Не, ну там же что-то, число. Все как полагается, правильно? Сейчас не изымается, как хорошо. Да, 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 это красота вообще. Ташкент, да? Да. Все как надо, составляйте, составляйте. Надо, потом вам придется потом, когда я продую, все будет по нулям, вам придется прекратить этот материал. Вынести. Да, все, все правильно. Главное все это сделать. Естественно. Знаете, я вот честно. Ничего нету, да? Не пойму, вот честно. Скажите, в Ютубе будет, честно. Будете, конечно. Честно будете. А противозаконно что ли делать? Противозаконного да, нет мы, ничего. Что, противозаконно делают? Сейчас ничего. А не хотелось бы, честно. Вот, честно, именно чтобы вы оказались на Ютубе, не хотелось бы. Не хочется. Там только посмотрите, столько гадств, честно, просто. Ну, согласен. Нет, просто не хочется, честно, человек. Согласен. Я просто, честно говоря, пиши, пиши. Надо все как полагается делать. Есть, вот, колено прям. Не, ну у вас планшет есть? Ну, не удобно. Да вы можете вот здесь на капот. А, не-не-не, здесь же планшет не показывает. Ну, хорошо. Автомобиль дорогостоящий, зачем? Я так думаю, дизелек? Да, да, да. Такой же объем. 1,9. 105. Ну, за счет турбины он хорошо тянет. Расход, если не секрет. Что-что? Расход какой? Ну, вот ехал 5,2 было. Ну, средняя скорость какая? Ну, 110 где-то вот так. Я больше не еду, ну, 120 максимум. Нет, 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 инспектор занимается. Да, в принципе, если у вас есть желание, то я с удовольствием. Просто чтобы вас не отвлекать. Понял. Не, если, я просто, если вас отвлекаю, то лучше, конечно, вашим задачам. Вот абсолютно правильно. Согласен, согласен, согласен. Ну, Владимир Юрьевич. Аушки. А вы по этому же адресу проживаете, да? Да. Здесь ничего страшного не произошло. Так что все нормально, мы спокойно, нормально пообщались. Все хорошо. Николай, отойди, а то зацепь только. Отойди, вот зацепь, все, чтобы она не разделительная. Потому что не творим дело. Так, ну все, я вам не нужен, я пошел. Нет, 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 все. Спасибо. Так. Инспектор пошел составлять непосредственно отстранение от транспортного средства, от управления транспортным средством, меня как водителя. Это будет первый раз в моей жизни проходить эту процедуру. Мне даже очень интересно. А вот место работы? Не будем указывать. Инспектор, конечно, молодец, не пошел на пост там оформлять, ставить материалы, ставил все рядом с автомобилем. Хотя ему предложил воспользоваться моим капотом, но они очень осторожны. Не хотят точно купить мое имущество, как сказать, дорогостоящее. Пока хочу сказать, молодцы, все по процедуре делают. Посмотрим, как дальше будет. Вадим Юрьевич. Да, внимательно вас слушаю. Ты
подписывать будете, нет? А что им непосредственно должно быть? Это протокол об отстранении, как вы просили. Ага, ну понятые должны быть, правильно? Да, сейчас. Так, я хочу увидеть понятых. Подойдите, пожалуйста. Вот, можете ознакомиться. Угу. Так, значит, у нас 13.09, 13.25, 13.25, 76. Это у нас 596 километр автодороги Дон, да? Да. Почему же не работающий? Надо бы просто написать, не указал, не сообщил. Я же работаю, наверное. Ну, а вы отказались. Ну, я же воспользовался своими правами. Ну, это не принципиально, конечно, ну, да? Вообще, как бы, указывается, конечно, та информация, которую гражданин, то есть, не указал, там, не сообщил. То есть, ну, не работающий как-то не есть, хорошо. Должны все работать. Так, Шкода, так. Так, вот скажите, вот здесь наличие оснований. Да, это я подчеркну. Так нужно сразу подчеркнуть. Просто, ну извините, я просто... Давайте вы сначала вот подчеркнете. Просто, скажем так, почему это очень важно? Вообще все детали важны при составлении. Вот если я вдруг буду пьяным, чтобы я потом не отмазался в судебном порядке, сейчас на нарушение. Если все в порядке, мы перед вами извинимся. Ну, это как бы другая история. Я имею в виду, просто... при составлении материала не должно быть ошибок. Потому что потом пьяные водители отмазываются в судебном порядке, при хороших адвокатах делается все элементарно. Так. Ненужное. Ну вот смотрите, вы подчеркнули или вычеркнули? Не, подчеркнул. Подчеркнул. Ну поймите правильно, я это на коленке сидел. Понятно. Не, просто здесь написано, при наличии оснований ненужное зачеркнуть. Не, я просто подчеркнул, что нужно. Вот. А получается. Я не зачеркнул. А зачерк тогда вот это? Да, это нужно зачеркнуть. Правильно, нужно зачеркнуть. А я правильно? Подчеркнул. Если я зачеркну сейчас, можно это сделать? Не ну, надо. Чтобы вам я облегчить. Я могу сам зачеркнуть. Тогда зачеркните, пожалуйста. Просто я подчеркнул, что... А подчеркнуть то, что... А, соответственно, смотри, вы вычеркните, значит, у вас там ноль силы. Нет. Добрый день, Вадим. Здравствуйте, здравствуйте. Пойдем, пообщаемся. Я приехал проверять. Выходи с машины, пойдем, да? Фиг, пойдем, пообщаемся. Ну, сейчас, да, мне должны все до конца проделать. А что ты? А там такая административная процедура. Просто поймите правильно, за алкоголь в салон. Он, просто он подозревает, но он должен отработать. Пусть он отработает процедуру. Пожалуйста, не уезжайте, я прошу вас. Подождите, все это. Пойдем, давай, хватит, съемку, пойдем, поговорим. Пойдем. Давай, выключай все. Так, ну, в общем... Пообщались мы с заместителем командира батальона Мурза Евгений Петрович. Мы уже были знакомы, так скажем, при такой однозначной ситуации, когда инспектор неправомерно себя вел. Это был инспектор Ващенников, насколько я помню. Да, Ващенников, ролик «Я знак». Говорили, как, что у них здесь обстоят дела. Как в целом несут службу. Хочу отметить вот двух полицейских сотрудников дорожно-патрульной службы, которые со мной общались здесь. Один из них составлял материал отстранения, приглашал двух понятых. Все достаточно в рамках закона, все вежливо, на позитиве. Это радует. Дай бог, чтобы они были со всеми гражданами уважительно относились. Так,
такие, знаете, на позитиве. Инспектор на позитиве. Было бы классно. Вот. Единственное, что все-таки мне не удалось. Цель была такая. Вначале так получилось, что хотели провести процедуру освидетельствования на состояние опьянения. И я думаю, вот это классно на самом деле. Я смогу показать людям, участникам группы, подписчикам, как она должна на самом деле происходить. То есть, если есть какие-то нарушения с инспектора, у инспектора, да, поставили материал, я буду сразу на них указывать, чтобы он составлял изначально правильно, чтобы другой гражданин, тот, который может попасть, на которого будет подозревать состояние опьянения, и он окажется реально человеком, который употреблял алкоголь, там, или какие-то наркотические, чтобы он потом не смог избежать ответственности в судебном порядке, при хороших адвокатах, это возможно. В связи с нарушениями многочисленными со стороны инспектора дорожно-патрульной службы. Вот чтобы такого не было, нужно материал составлять правильно. Вот я и хотел и гражданам показать, как он должен быть составлен, чтобы они знали порядок процедуры. И инспектора посмотрели, что как нужно оформлять, если вдруг где-то они не знали или забыли, или еще по каким-то причинам мне неизвестным, они нарушали административную процедуру. Вот, в принципе, все, что хотел сказать. Всем спасибо большое за внимание. Всем пока. Обязательно подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Очень вас ждет. Ставьте лайк, комментируйте. Счастливо. Всем пока. Твое мнение очень важно для нас. Не будь равнодушным. Комментируй. Ставь лайк. Подписывайся на канал.